Это что ж такое? Где же он? Он сломался! Как же мне заработать денег на новый Бейблейд? Буду сдавать Бейблейды на прокат. Так, Гаруда, Спрайн, этот Рактагор, этот... Что ж такое? Где же он? Да не мог же он сквозь землю провалиться. Вот неудача. Вот это заявочки! Тебе что, Бейблейдов не хватает? У меня вольтриер поломался. Тимофей, скоро новогодние праздники. Давай ты загадаешь новый Бейблейд Деду Морозу. Тем более он со своими эльфами штампует эти Бейблейды с утра до ночи. Так что подарок тебе гарантирован. Мой кошелечек. Вот он. Так немного. Так, на Бейблейд не хватит. Что же делать? Где взять деньги? Давай, Тима, думай. Придумал! Мам, а школа это работа? Ну, как бы да, Тима, школа это твоя работа. А оценки это товар, который я делаю? Ну да, Тим, ты правильно рассуждаешь. А может ты мне за хорошие оценки будешь давать деньги? Садись. Понимаешь, Тимофей, ведь твой товар, то есть твои знания, нужны только тебе, а не мне. Поэтому извини, сделка не состоится. И опять неудача! Копилка. О, Маша, я так давно с тобой не игрался. Ой, Тим, чего это ты? Маша, если хочешь, я буду с тобой играть во все, что угодно. Даже в лол? Да, даже в лол. Но у меня одно условие. 5 минут
10 гривен. Ну ты даешь. Спасибо, Тима, лучше я поиграю одна. Не сработало. Дим, какие объявления и зачем? Маша, меньше вопросов, так надо. Алло, здравствуйте, Луинора? Луинора нету. Фафнира? Фафнир свободен. Да, хорошо, можете подходить, до свидания. 200, 400, 600, 610, 620, 625, 630. Друзья, я вот думаю, кого мне купить, Балкиша или Кайнокса? Напишите.